книги нам нужны, потому что мы сейчас же, ну как, в Луганск же нам, мы не ездим, а дальше в Северодонецк нам очень далеко. И не за что нам особо ездить. Дорого получается, дорого билет, большое расстояние. Поэтому мы сейчас это крутимся на тех книгах, которые у нас есть. Угу. Но это, считай, 2 года мы не получаем ничего. Ну да, если можно нам, конечно, можно на русском языке нам подкинуть. Но у нас вот на абонементе, у нас там клуб любителей детектива и фантастики, вот у нас фантастику читают, женские романы читают. Ага. Ну, любовные, там, детективы женские, ага. Женщины пишут. Ну, вот такое, более-менее. Ну, окна у нас простреленные, а так вот... Понятно, что там крыша потекла, окна там побитые, книги у нас, гляньте, какие простреленные. Это действительно это книги, опаленные войной. Днем работаем, а ночью воюем. Сидим в погребах, потому что дома нельзя ходить, пули летают по дому. Ну, вот так вот по двору, ну я в своем доме, например. А вы в станице живете? Я в станице живу, да. По двору нельзя. Мы уже знали, как стемнеет, все, быстренько все там делаешь, и в дом надо убегать. Там лежим на работу, тишина. Но сейчас все, и днем, и ночью тишина. Сейчас мы как-то более-менее успокоились немножко, там где-то автоматные очереди, но это